Уже совсем скоро праздник под названием Чемпионат мира ФИФА придет в Ростов-на-Дону. Мы решили узнать у ростовчан, как город изменился перед Мундиалем и знают ли они какие-нибудь футбольные сборные. Город благоустроен. В чем? Мы положили лавочку, украсили, почистили. Мне кажется, это будет такое. Я буду болеть за сборную. Серьезно, почему? Потому что там играет мой любимый игрок. А Виталия Кушнарева знаете? За сборную России будет играть форвард. Что-то делать. Ну там. Дороги там это. Угу. Ну и то вот так. Поверхность. Стадион как вам? Стадион нормально, но может. Березутских, Березутских не вызвал. Владимира Сакелариуса знаете? Нет. Будет играть за сборную Украины. Да Украина ж не играет. А Виталия Кушнарева знаете? Вызвали в сборную России его неожиданно из Волгоградского ротора. Виталию Кушнареву, пожалуйста, займи как можно больше личных мячей, мы все очень рады. А сборные знаете какие-нибудь? Какие приедут в Ростов? Кто будет играть? Ну, конечно, есть положительные стороны. Одна из них, наверное, это новые приедут к нам гости иностранные. Вот, готовимся, мы просто представители отеля. Вот, готовимся к поселению иностранных гостей. Угу. Мексиканцы, везите больше текилы. Далее часов. Больше, пожалуйста. Больше вам голов, и все хорошо. Можно рассказать, как город перед чемпионатом мира?